В 2018 году история с банкротством застройщика Urban Group прогремела на всю страну. Около 6 тысяч дольщиков ЖК «Видный город» могли остаться без денег и без квартир. К решению проблемы подключились профильные ведомства и Государственный фонд защиты прав граждан участников долевого строительства, благодаря которым возведение домов все-таки было продолжено. Первыми ключи получили в 2019 году почти 500 дольщиков 7-го корпуса. В канун Нового года были введены в эксплуатацию 6 домов жилищного комплекса «Видный город», в том числе и этот дом, корпус 5.1, в котором обеспечены права 240 граждан. Ну, инициативная группа, да, они, конечно, огромную работу провели. Вот, ну и, соответственно, дом РФ подключился. Я думаю, совместными силами все это вот так вот как бы сложилось, нас не бросили, слава богу, и вот все это достроили. И вот с 25 января дольщикам корпуса 5.1 ЖК «Видный город» начали выдавать долгожданные ключи. Спасибо. Поздравляю. Светлана и Олег Янтиковы приобрели квартиру в апреле 2017-го. Уже через год они рассчитывали получить ключи и начать ремонт. В итоге ждать обещанную жилплощадь пришлось 2,5 года. Все это время выплачивая и ипотеку, и ежемесячную аренду за съемное жилье. Было очень сложно. У нас начались суды. Мы почти год судились. То есть у нас были проблемы со всем этим. У нас еще кладовое помещение есть. Вот до самого последнего момента мы не верили. Вот пока ключей не будет на руках, мы не верили. Мы когда сюда зашли, ну и радость, и волнение, и слезы. Но это слезы радости. Жилой комплекс планируется полностью достроить уже в этом году. 11 корпусов уже введены, и люди спокойно этим пользуются. И 10 у нас остается в дострое, третий квартал 2021 года, когда этот проект должен будет быть завершен. И граждане, которые на 2018 год порядка 3000 оказались обманутыми в настоящее время, благополучно и спокойно могут дожидаться этого срока и получить свое жилье. Министерство жилищной политики Московской области и Госстройнадзор продолжают курировать строительство жилого комплекса и находятся в постоянном контакте с дольщиками. Поэтому будущие новоселы могут быть уверены, ключи они получат уже в этом году. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.